Всем привет! Сегодня 27 октября 2017 год. И я сегодня наконец-то посадила свои два деревца. Вот это вот, это лимон. Ой, у меня в руке сейчас лимон от другого дерева. Сейчас положу. Вот, это лимончик. Он... Сейчас покажу. Вот, Improved Mayor называется. Вот. Он считается самым вкусным из всех сортов лимонов. Он смесь апельсина и лимона. Он сладковатый. Ой, прелесть, ароматный такой. У меня получилось, рядом лежит лимон с другого дерева, рядом с этим лимоном. Ну, пусть будет на удачу. Пусть вот этот лимон мне тоже приносит плоды. Вот. Я его купила месяца два назад, наверное. Он у меня... Ждал своего момента, потому что было очень жарко. Сажать было еще рано, потому что жара бы просто, ну, убила бы его. Если бы не убила, был бы огромный стресс для дерева. Так что я решила просто подождать. Вот, правда, у него стресс все равно получился, потому что, ну, маленький объем, маленький горшок был, вот, и в тени получился, он стоял в тени, я боялась, что он сгорит, потому что горшок был такой. Черный горшок обычно, вообще, я не люблю ставить на солнце, потому что в Аризоне солнце какое термоядерное, оно очень часто сжигает все корни, поэтому я не ставила на солнце. Ну, вот, пришел его момент, я посадила, я выкопала вот эти две ямы, вот эту яму у меня... Получилось для моего лимона Mayor. Это Improved Mayor. Это значит, он резистентен к разным заболеваниям цитрусовых. Ну, в общем, должен расти хорошо, без болезней всяких. Это значит, у меня смесь апельсина и лимона. Вот это вот цитрусовый. Вот это вот второй я сегодня посадила. Вот это моя малюська такая вот. Малюська. В общем, этому дереву полтора года. Я его укоренила сама. Мне мой пациент на работе принес. Сейчас вот отвлекусь на минутку, покажу закат какой красивый, пока не ушел это солнышко, не зашло. Ну, на видео так не передашь, конечно. Ну, красота. А вот, мне мой пациент принес веточки. Ну, мы с ним разговаривали насчет цитрусовых. И он сказал, что у него это... О, колибри сейчас пролетели, дрались. Господи, какие они, оказывается, агрессивные. Вот, он мне... Ну, мы с ним заговорили про цитрусовые. Он мне сказал, что у него есть отличные деревья цитрусовые во дворе. Я попросила, не постеснялась, и попросила его отростки. Ну, так как он сам... Ну, веточки я имею в виду. Так как он сам не мог... Был в больнице, ну, как у нас в реабилитационном центре. Он попросил отца. Отец, когда пришел его навестить, он принес мне ветки. Вот. И из этой большой ветки у меня получилось 6 веточек. 3 я по своей дурости поставила на солнце, они у меня сгорели сразу же. 3 остались. Вот. 3 остались. Один я подружке подарила, но он у нее, к сожалению, умер, укорененный уже. Вот. 2 у меня остались. Один... Ну, вот они у меня росли в этих двух горшках вместе почти полтора года. И вот буквально месяц назад от солнца второй сгорел. И вот у меня остался один единственный. Вот этот вот один единственный у меня остался. Вот. Это Тангело. Это смесь грейпфрута и мандарина. По форме и по вкусу это как сочный... Сладкий очень апельсин. Вот, из него очень будет хорошо делать соки. Так просто кушать отлично. Вот, дай бог, пусть примется. Пусть растет и приносит плоды на радость нам и себе. Вот, я вырыла довольно большие ямы. Вот, довольно большие ямы. Смешала я покупную землю органическую. Немного, ну, по процентам я не знаю сколько, часть песка там была небольшая, навоз и вот этот вот native
soil называется, ну, как это, как родная земля здесь, вот эту вот землю тоже, глину, так скажем. Вот, ну, смесь должна быть хорошая по замыслу. Ну, и плюс через какое-то время, и немного погодя, я буду уже, у меня специально есть для цитрусовых органическая подкормка в гранулах, я вот буду ее давать, подкармливать. Вот, это сегодня мой был проект, проект на сегодня. Вот. Ну, не так уж сложно было, немножечко я устала под конец, правда, потому что я выкопаю ямочку, замочу ее водой. Пока вода впитается, края размокнут, ямы, я шире, глубже делала. В общем, ну, и справилась, в общем. В общем, сорняки меня совсем уже достали, у меня же нервов не хватает с ними бороться, не хватает нервов. В общем, так что не обращай внимания на сорняки, пожалуйста. Я борюсь с ними, борюсь, и у меня ничего не получается. На время только, потом опять все вырастают. Вот. А они вот это дерево, они прям облепили, потому что влага идет, и вот они как бешеные растут. Вот это вот. Мое любименькое. Деревья другие не слушайте, не ревнуйте. Вот это вот моя любименькая деревца. Почему любименькая? А потому что вырастила я его сама. Из вот такого вот размера веточки. Вот она буквально вот такая была, без листиков, все, вот такая. А сейчас, 2,5 года спустя, вот у меня вот такая вот красота. Вот. И даже вот здесь вот у меня есть плод. Один единственный на дереве лимончик. Это Лизбон. Сорт так называется. Он уже с меня ростом. Такой пушистенький. Красивенький. Мой любименький. А вот это деревце. Это покупной полукарликовый мандарин. А вот здесь плодов сколько. Плодов вон сколько. Ветки вон гнутся. Аж гнутся бедненькие. Вот какие плоды. Вот. В декабре поспеет. Через 2 месяца уже урожай будем собирать. Умничка моя. Вот. Но оно намного выше не станет. Вот у меня на уровне вытянутой руки. Может, чуть-чуть побольше станет и все. Потому что это полукарликовое. Ничего страшного. В том году 56, что ли, мандаринов сняла с него. Вот. А вот у моего лимона уже вон какие листья. Вон крупные пошли. Это вот буквально за этот месяц эти новые листья пошли. Ой, красавцы вы мои. Вы мои красавцы. Меня сейчас пчела ужалила. Я стояла возле райхона, мыла шлепки после того, как я вот посадила все это. У меня шлепки грязные были. Стояла, мыла. И чувствую, что-то меняет самое. Что-то горит нога. А вот, смотрю, у меня пчела. Пчела ужалила, зараза. Ну вот у меня это. Я приложила... Что я приложила? А, яблочный уксус. У меня была смесь мед с алоэ и с маслом чайного дерева. Вот это тоже приложила. Вот, меня на днях... Ну как на днях? Пару недель назад оса кусала, ужалила. Вот. И вот по сравнению с осой, пчела не так сильно жалит. Не так сильно. Ну, в общем, это самое все вот здесь вот с деревьями. У меня здесь все. А вот здесь у меня мой огород. Я уже боюсь к райхону подходить. Я как подхожу к нему, у меня обязательно жалит кто-то. Или оса, или пчела. В общем, не знаю. Вот это вот у меня райхон мой. Базилик. По-другому, кто не знает, что такое райхон. Вот это моя мочалочка, любименькая моя мочалочка. В этом году у меня другой сорт. Он, по всей видимости, он дает меньше плодов, но плоды зато огроменные. Вон ящерка побежала. Прячется. А вот, ну, плоды, конечно, большущие такие. Вон, сейчас я покажу деточек. Вот, детки плоды. Вот этот вот. Еще где-то я сейчас видела, не вижу. Сейчас. А, вот. И вот.
А вон там вот у меня перец. Перец, перец, перец. Острый. Этим, ну, как горошком таким вот. Как ягодки такой. И вот для декоративных целей его красиво. И так вот кушать тоже очень вкусненько. Кто любит острое, в самый раз. Вот я сейчас огород поливаю. Кто-то барбекю делает. Запах какой. Вот здесь вот у меня тоже... Ой, куда-то пропало все. Резкость ушла. А вот здесь вот у меня тоже детка. Детка – это мочалочка. А вот здесь у меня громадненькая. Громадненькая. Вот, по сравнению с рукой она вот какая. Я ее положила сверху на райхон, чтобы она... Ну, во-первых, растению тяжело такой вес держать. И пусть солнышком напитывается. А вот здесь у меня баклажаны. Вот, разные сорта. Вон там он белый. Сейчас вот у них пошел опять урожай. Вот. О, мои баклажанчики, кустик подняла. Они как это, как земляничка, поднимать нужно. Ветки, и вот под ними вся эта красота. Вот здесь тоже маленькие растут пока. Вот это вот соседское дерево. Это я вот с этого лимона ветку брала и укореняла вот мое вон то вон деревце. Мое вон то вон деревце любименькое. Это вот именно вот от этого дерева. Вот здесь у меня всякие всячины. Всякие всячины, горшки валяются. Олеандр. И вот здесь у меня цветет еще один кактус. Вот здесь тоже вот такое растение. Здесь половина сухих, надо заняться сортировкой, выкинуть часть. Здесь вчера я сажала олеандрики. Олеандрики у меня вон. Ой, не видно, блин. Не видно. Ну ладно, хотел показать кусты, с которых я взяла этот отростки. Ну ладно. Ну, в общем, вот такой вот обзор. Вот. Райхон вот как цветет. Не знаю, резкость будет, не будет. Что-то не появляется резкость. Ну, такие цветочки у райхона. Ладно, я пойду отсюда, пока меня не ужалили опять. А у райхона вот они какие. Стебли прям вот как деревья. Вон какие. Толстючие, уже деревенелые. Ему сколько месяцев? Я в феврале сажала. Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 8 месяцев райхону этому. Конечно. Вот сейчас... Покажу, листок сорву. Ну, какого размера листок у райхона? Это большой. Это большой листок. Вот, по мне мураши ползают. Ладно, я пойду отсюда. Уж боюсь своего огорода сама. Что-то в этом году меня все жалят, кусают. Что такое? Вот так вот. Вот такие пироги. Пойду я заберу лимон. И всем пока! Всем пока!